Проект федерального закона о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации в части размещения в государственной информационной системе в области государственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Пожалуйста, Василий Иванович Пискарев. Спасибо большое. Уважаемый человек, уважаемые коллеги, напомню, что представленный на ваше рассмотрение законопроект направлен на профилактику коррупционных правонарушений и прозрачность в деятельности органов власти и местного самоуправления. Профильный комитет доработал законопроект с учетом принятых поправок. Правовое управление аппарата Государственной Думы замечаний правового, юридико-технического и лингвистического характера не имеет. Законопроект полностью подготовлен для принятия в третьем чтении. Законопроект предусматривает принятие подзаконных нормативно-правовых актов и имеет отлагательный срок вступления в силу, поэтому в соответствии с требованиями части 1.3 статьи 125 нашего регламента проектом постановления Государственной Думы предлагается правительству Российской Федерации в срок до 1 января 2018 года представить в Государственную Думу информацию о нормативно-правовых актах, разработка и принятие которых предусмотрен данным проектом федерального закона. Уважаемые коллеги, прошу поддержать решение Комитета по безопасности и противодействию коррупции и проголосовать за принятие данного законопроекта в окончательном чтении. Спасибо. Уважаемые коллеги, ставится на голосование 9-й вопрос нашей повестки. Просьба включить режим голосования. Покажите результат. Федеральный закон принят единогласно. Поздравляю, коллеги.